А вы знали, что можно сделать крутую соленую икру из щуки? Сейчас мы с папой покажем, как это сделать. Отделяем икру от всех пленок. Тем временем завариваем некрутой кипяток с 2 столовыми ложками соли. И перекладываем нашу икру в этот кипяток. Промешиваем ее венчиком минут 15 и отделяем от оставшихся пленок. Затем отбрасываем икру нашу на сито, ждем, пока она стечет, и перемещаем опять в кастрюлю и промываем 7-8 раз под проточной холодной водой, перемешивая венчиком. Потом начинаем солить. Кладем 2-3 чайные ложки соли, 40 мл растительного масла и взбиваем до белесой пены. И все, наша икра готова. Перекладываем ее в банки и завтра уже можем есть. Приятного аппетита!